Сегодня я бы хотел показать процесс изготовления копии зеркала работы Эмиля Рульмана. Хотя не совсем правильно говорить о том, что этот предмет был выполнен Рульманом. Вопреки широкому мнению о том, что он сам был высококлассным столяром, истинная история его жизни не подтверждает этого. Жан-Эмиль Рульман не имел художественного образования, однако это не помешало ему в дальнейшем рисовать отличные эскизы мебели. Но о биографии этого мастера мы, возможно, поговорим чуть позже. Зеркало, которое мы взяли за основу для выполнения копии, в большинстве случаев было изготовлено из макасара, или, как его часто называют, эбен макасар, хотя некоторые образцы изготавливались и из клёна сикамора. Мы же решили взять за основу палисандр Сантос просто потому, что он был в наличии в мастерской. Выполнив чертеж, оказалось, что имеющейся доски толщиной 50 мм нам, конечно же, не хватит, и переклея, как бы ни хотелось, избежать нам не удастся. Из-за этого в дальнейшем на задней части основы у нас проявится линия склейки. Отрезав нужные по размерам заготовки, подготавливаем стороны к склейке. Одну часть мы оставили максимальной по толщине, а вторую отрезаем на ленточной пиле в нужный размер с небольшим запасом. Перед склейкой важно не пропустить операцию цунубления и обезжиривания. Это особенно важно для экзотических пород. Клеить мы будем на натуральный тресковый клей, модифицированный карбамидом, что позволяет выполнить все работы по склейке в нормальном темпе без лишней спешки. Правда, такой клей требует соблюдения некоторых условий, а именно время склейки – около 12 часов. И еще минимум 24 часа после распрессовки деталь нежелательно подвергать какой-либо обработке. Пока заготовка клеится, можно сделать вторую деталь нашего зеркала. Из остатка палисандра отрезаем деталь с запасом и на ней расчерчиваем нужный нам контур. Удалив лишнее на ленточной пиле, финишный размер отстрагиваем уже рубанком. Thank you.
Пока есть немного времени, можно обновить микрофаску стамески. На основной детали нужно разметить прорезь под зеркало, затем на торцовочной пиле, зафиксировав угол и глубину пропила, а также выдвинув пилу так, чтобы ось диска совпала с осью заготовки, нам остается за несколько раз сделать пропил требуемой ширины. На упоре для зеркала нужно разметить шип примерно в половину толщины детали. После этого делаем несколько пропилов для облегчения удаления массива. Очень удобно в самом конце подчистить получившуюся плоскость грунтубелем. Затем нужно сделать гнездо под этот шип. Разметив его габариты и закрепив заготовку в специальных поворотных тисках под заданным углом, нужно просверлить отверстие, тем самым выбрав основную массу древесины. Важно, чтобы гнездо было сделано под таким же углом, что и отверстие под зеркало. Очень удобно для начала просверлить отверстие по краям разметки, тем самым ограничив размер отверстия. Сделав небольшие фаски на шипе, можно проверить плотность сделанного соединения. После этого уже можно будет придать основной детали зеркала и ее законченный вид. Для этого мы отрежем переднюю часть, затем фигурную верхушку, и после, закрепив на основе, можно отрезать боковые стороны. Остается только отциклевать поверхность из-под ленточной пилы, пройти небольшие фаски и отшлифовать деталь. Упор для зеркала нужно немного рубанком свести на конус по направлению к сужению, после чего пройти фаски, отшлифовать, и в принципе предмет готов к финишному покрытию. We'll be right back.
Thank you.